Все адвокаты обратились к генеральному прокурору Молдовы с требованием прекратить весь этот цирк в Кишиневе. Одни говорят, Прока говорит правду, другие говорят, что правду говорит этот партнер старый Плохотнюка Ваня Писатель. У сегодня у английских правоохранительных органов достаточно инструментов, рычагов для того, чтобы проверить и для того, чтобы правда восторжествовала. И был наказан тот, который сегодня организовал те или иные преступления. Мы сейчас говорим за Великобританию. Плохотнюк, понимая, что это для него конец, Плохотнюк, понимая, что сегодня могут объединить свои усилия англичане, румыны, русские, итальянцы, австрияки, Плохотнюк сегодня истерически пытается зачистить сегодня левый фланг. Плохотнюк сегодня бандитским путем, так же как он рейдернул все то, что ему принадлежит, значит, в стране, пытается рейдернуть сегодня второй по величине город, а именно речь идет о нашем с вами городе Бельце. Плохотнюк хочет зачистить левый фланг, чтобы, как он считает, чтобы некуда было переходить голосам от Дадона. И Дадон молча и всячески его в этом поддерживает.